я после них знаю его хорошо, биографию. Мы с ним познакомились 1 сентября 1957 года, когда мы пришли, поступили на инженерно-технологический факультет Самаркандского кооперативного института, бывшего института советской торговли. И вот на первом уроке, на первой лекции мы с ним встретились, и этой нашей встрече уже сегодня 58 лет. Потеряли мы близкого друга, который родился 8 марта 1938 года в городе Самарканде в семье Чульпаевых и Калантаровых. Оба родители его, и отец, и мать, были внуками Давида Моисеевича Калантарова, который был сыном Моше Калантарова. Отец был по материнской линии, мать была по отцовской линии, внуком Давида Моисеевича Калантарова. В 1962 году мы закончили институт, разошлись, как говорится, в разные стороны, были у нас разные дороги. У нас третьим другом наш был человек из Шевретявца, женился на Самаркандской, Домоте Гаврилии Нормат, жена Виктория. И вот мы трое друзей прошли эти 5 лет все вместе. И всегда в хорошие дни, радостные дни, когда уходили наши родители, это тяжелые дни, на наши свадьбы детей, на наши свадьбы, всегда мы были вместе. После окончания института он прошел проектный институт специалистом, а потом стал главным специалистом. В 1964 году в августе была моя свадьба. В сентябре была его свадьба. И вот пошла наша жизнь, появились дети. Вот мы видим сегодня, с Людой они прожили 51 год. 51 год, в начале сентября будет 51 год. Трое прекрасных детей. Первый Боря, вторая Ирина, третий Гавриэль, Гриша, которым Люда и Нерик дали прекрасное образование в Самарканде. Это продолжили они здесь, в эмиграции. Нерик был, его как дед был потомственным, почетным гражданином, прадед Давид Моисеевич Калантаров. Был купцом первой гильдии, почетным потомственным гражданином. И человек, который был приглашен лично императором Николаем II на свою коронацию. Вот эти качества, гены, перешли ему от его предков, от его родителей. И вот таким он, каким был порядочным человеком, скромным, порядочным, доброжелательным. И вот мы сегодня, в этот день, уже 7 дней, как проводили мы его, проводим поминки 7 дней. Я продолжу дальше, сейчас передам нашему дорогому.